В четверг в Ярославле стартует 9-й международный фестиваль органной музыки имени Леонида Ройзмана. 4 дня в зале филармонии будут звучать музыкальные премьеры, редко исполняемые произведения. В концертах выступят органисты из Москвы и Петербурга, Белгорода и Казани, Германии и Бельгии. По многолетней фестивальной традиции наряду с мэтрами искусства на сцену выйдут дебютанты. Я люблю такие сочинения. У меня была диссертация на тему педальная техника органиста. Тимур Халиуллин – один из самых молодых участников фестиваля. В исполнении органиста ярославцы услышат его собственное произведение. Сразу с поезда музыкант поспешил знакомиться с инструментом. По собственному признанию, даже не пообедал. Отличное ощущение. Очень приятно всегда прикоснуться к новому инструменту. Приятно сравнить, приятно ощутить дух этого инструмента, поскольку я считаю, органы – это живые инструменты. Они с тобой разговаривают, они либо подчиняются, либо капризничают. Пока нужно еще укротить этот орган. Фестиваль имени Леонида Ройзмана стал неотъемлемой частью музыкальной зимы Ярославля. В этом году он пройдет в 9-й раз. Первый органный фестиваль состоялся в октябре 1997 года. Тогда несколько учеников маэстро решили собраться и почтить память учителя. Так возникли традиции. Организатор и вдохновитель праздника классической музыки – ученица мастера Любовь Шишханова. В концерте примет участие директор фирмы органостроения Петер Фресдорф, которого по праву считают отцом нашего органа. Все 40 лет он следит за здоровьем инструмента. Вот и на этот раз приехал заранее, чтобы немного подстроить лады. Последние осмотры были уже 2 года назад. И в такое время немножко мешает настройка и несколько маленьких дефектов, которые мы убирали. И мне кажется, сейчас этот орган готов за этот фестиваль. Тем не менее, по словам доктора, органу уже нужен большой ремонт. Для этого в Ярославль должна приехать из Германии целая операционная бригада. Я надеюсь, я не теряю надежды, что все-таки этот орган принадлежит городу, и город предпримет все, чтобы его как-то привести в нужный вид. А сейчас вот Петр приехал действительно, чтобы как-то чтобы фестиваль мог состояться. Одна из традиций фестиваля – исполнение редко звучащих произведений. Чтобы показать орган во всех его ипостасях, в концертные программы включены произведения как для органа соло, так и сочинения для различных ансамблей. Один из сюрпризов фестиваля – балетные номера под органный аккомпанемент.